Всем привет! Перед началом данного видеоролика пару новостей о канале. Первое. Спасибо за такой актив под моим шортсом. Я благодарен за вашу каждую активность на этом канале. Второе. Я пока не буду делать свой Дискорд-канал. Возможно, он будет в будущем. Но, например, когда будет 150 подписчиков. Ну ладно, давайте уже приступать к данному видеоролику. Запасайтесь чем-то вкусным. Погнали! Подойди к роботу. Это я фонг пропустил, а где-где? Чё, блядь? Кто возьмёт прибор? Обретает в жизни смысл? Мэшап? Какого хуя вообще, алё? Ребят, мы в каком году находимся? Ты вообще в курсе, как это называется? Прилетай, к коллективу подключай. Все? Хорошо играет, да, диджей. Дропчик не очень, мужик, давай что-нибудь нормальное. Ну нормально, пойдет. О, реально. Вот этому Джуз сделал, да? Отсылка на клавишника Альянса? Клёво. Неплохо, неплохо. Сисечки меня его смущают, правда. Я уеду в Комарова, поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую. Да знаю я про Вудуша, ребят. Я еще до выхода игры знала про Вудуша. Что вы мне рассказываете? Комарова. Прикольно звучит, мне нравится. Похоже, хорошо стримером занесли. Раз даже без этот клюк вошел в лагерь. Не знаю, мне вообще никто ничего не занес. Я рада, что мне хоть ключ дали. Потому что, насколько я знаю, ключей даже не давали. А чё ты порвался-то так? Дружище. Ну спасибо, что ты мне хоть занёс. Я вообще пока вроде ничего не хвалю. Я просто смотрю, мне прикольно. Хочу изучать химию и физику. Какой-то ретро-футуристический фонг. Кайф. Еще много таких дней будет. Вот увидишь. Тут ты вот это вот рано говоришь. Слушай, мы бы не играли в эту игру, если бы у вас было еще таких много дней. Могу утонуть? Не могу, жалко. Я думал, он что-то будет исполнять, а ничего не исполнял вообще. А, это он Комарова исполняет? Это он исполняет? Бля, ну мне нравится, хорошо. Пока что все отлично. Давай. Go! Голос какой души.
Он даже покачивается в ритм музыки. Хотя это для робота вообще нет необходимости в этом. Да! Да! Танцуйте! Че вы стоите? Ты... Охренительная тусовка просто. Я пойду, пожалуй.